Так, тут дырочку залатали. Тут тоже. Ну все отлично. База защищена. Можно идти на рейд. Базы. Респект, вуман. И давай еще парочку топоров. Блин, надеюсь, хватит. Нет, надо еще два. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди, и у нас рейд шикарной базы. Опять пропустил новое видео? Просто подписывайся, чтобы не пропускать. А еще есть телеграм-канал. Найти его очень просто. В описании видео нажимаем телеграм. Уникальный контент, который ты увидишь только в телеграме. Регулярные анонсы всех стримов, роликов, розыгрыши, новости по играм, в которые мы играем. Конечно же, пароли от бункера Альфа по игре Last Day. Ну и чат подписчиков Печка ТВ. В общем, скучно не будет. Для нормального рейда тебе потребуется 2 С4. Я беру 4, чтобы повзрывать побольше. Ну и топоров дофига, еще и создавать будем на рейдике. Такс. Очень большая и очень каменная база. Блин, я, если честно, хотел вот здесь взрывать, но теперь я понимаю, здесь я точно чоппер-стену не поставлю. Поэтому пойдем вниз. Да, все огорожено шипами. Обрати внимание, одни окна. Капец, это большая проблема. Да, мало того, что шипов много, то есть чоппер-стену не так просто поставить. Еще и все в окнах. Эх, ё-моё. Давно такой базы не помню, чтобы была сложность в установке чоппер стены. Ну да, вот она база. Посмотри на нее. Сейчас будем что-то думать, да? Дрончик, вот, смотри, еще бомж. А, пшипы они умирают. Очень много ящиков. Очень. Это лишь начало. А где продолжение? Вот здесь еще куча ящиков. Но, блин, ты понял, что? Мы не сможем громилу водить. Он через окно тебе всекет и до свидания. И что это значит? Это значит, надо знать, что взрывать. Вообще не помню, что взрывать, я не пробивал. Оу! Хо-хо-хо! Реально, не пробивал, какой где лут лежит. Ну, в принципе, уже рейд не будет плохим. Потому что мы уже аптеками затаримся, да? Но мы, конечно, сейчас попытаемся с тобой что-нибудь придумать. Так, а тут что у нас? Оп, 7 бензина и еще куча бенза, да? Так, поехали. Волшебная чоппер-стена. Какой будешь использовать скин при чоппер-стене, вообще не имеет значения. Все это фигня. Так, ну, в принципе, я думаю, надо сразу закатывать байк. Так, ну чё, будем надеяться, что получится. Поэтому взрываем вот здесь. Для начала надо установить чоппер-стену, а потом уже ящики, не ящики, вся фигня. Капец, да? Еще раз блокировали тонну ящиков. Ну, то есть, если у нас получится, да, то мы... Вот эти ящики бомбим, сколько есть шума. А вот эти уже будем, когда Громилыч придет. Вполне прекрасно, вот так от стенок будем отталкиваться. Рядом с окнами не лутаемся, да? И все. Куча краски. Не нужной. Почему? Потому. С недавних пор она не нужна. Видал, да, волшебная телепортация? Ну давай, друг. Фу, после долгих мучений я не знаю, что сказать. Все, лучший вариант я не придумаю. Можно заливать, если вдруг не работает чоппер стена, та и фиг с ним. Что теперь? Теперь давай добрище все вот сюда переносим. Вот так красиво я сделал. Сюда переместил всю краску, забрал топорики, да, и вот здесь... Еще у меня топорики. Ну и все, поехали. Вот это когда придет громила, мы не облутаем, да? Соответственно, это надо сейчас бомбить.
Что-то где-то есть ценное, без понятия. В основном они должны быть пустые. Ну, неплохо, да? Мне кажется, да? Вот здесь давай проходик Гранилычу, да? Оставим. Оу, золото, золото, много золота. Безобразие вообще. Ненужная ерунда. Как полностью. Опачки. Так, тест. Фу, получилось. Получилось еще как получилось. Никуда не прячемся. У нас красавчик дрон. Нам вообще насрать на этих бомжей. А ящик-то крутой. Вот с этой кожей. Это очень крутой лут, ёлпалы. Ну реально, кожи надо в игре очень много. Но я не буду ее брать. Я лучше бинтики сделаю, да, когда придет громила у нас. Чё, бомбим здесь дальше, да, чё-нибудь? Чё успеется? Пусто. Сейчас мы красиво сделаем с тобой. Вот теперь надкусываем. Раз, два, три, да? Ну ты понял. Чтобы когда придет громила, я тебе побольше успел показать. Вот сюда, кстати, вот эти штуки пока скинем. Чтобы они нам не мешали. Пусто. Пусто. И еще пусто. И еще пусто. И вот наш план. Понял, да? Ёб, ты что там взял? Блиточки. Известняк, серьезно. Вот и весь план. Да, вот и весь план. Рядом с окошками ящики. Ёб, максимально очков убрать. Так, пока что туфта, да? А как будем убегать? Ты меня спросишь. Я, кстати, об этом сразу не думал. Катана-разрушитель неплохо, да? Но убегать можно. Через логаут. Ну, к примеру. Вот эти ящики. Ёп, максимально аккуратно надо брать. Не забывай, 5-6 секунд, и оно телепортируется, да? Красные билеты и еще аптеки. Хорошо. Пока все идет вообще. Вот здесь давай сделаем вот так. Хитроумно, да? Железо, не железо, ёб. Ну говно. Вообще ни о чем. Давай посмотрим чуть-чуть, что здесь. Вездеход стоит, ванна и опять же, да? Все, ёб, ВВВ. Вон там производственные, видишь, да, за окном печка. Опять же, кожа, да, ткань. В принципе, вот этого уже достаточно, чтобы ты красиво загрузился. И париться не надо, что-то еще делать. Кожа, аптеки, все, слушай. Очень крутой лут. Оу! Хоть и раздолбанная, но есть, да? Так, ладно, давай дальше. Давай сделаем вот так, смотри. У меня есть еще одна С4, что ее домой уносить? Фильтры, алюминий, ты видишь, да? Ничего такого, но при этом 10 пластин. Хотя, слушай, при бункере альфа я не скажу, что это какой-то крутой лут. Фарми бункер альфа и все тебе будет. И да, мы громилу можем увести к другой стенке. Колеса от вездехода, пружины. Давай еще раз покажу. Ну, неплохо, да? Блинчики, я мужчина, только не тпшься. Не хочется. Пустой ящик. Так, ну чё? Мне кажется, тут все очевидно. Больше взрывать нечего. Чё теперь? По-хорошему, вот этот ящик. Надо бинты перекрафтить.
Так, все, накидываем ему урона много, пофигу. Вот так делаем, винтиков много-много. Фу, ёлпалы. Чё, это было долго. Но это того стоило. Оп, неплохо, да? Прям вообще нормалды, слушай. Еще 36 бинтов. Теперь давай, забираем весь свой лут. Не рискуем, чтобы он не тпшнулся. Ну и закидываемся, вот. Все. Чё? Ёп, идеально вообще. Блин, реально. Больше делать ничего не надо. 5 огнестрельщиков, хоть и раздолбанные. Приятное, значит, дополнение к нашему рейду. Ну как тебе? Все дальше. Просто выходим в логаут. Убегать, конечно, отсюда. Куда ты убежишь? У нас еще есть ящики невзломанные. Которые, в принципе, мы можем с тобой взломать. Поэтому давай. Защита вон, дверь, да? Мало ли, может тут еще огнестрел. Еще тонна, просто килотонна кожи. Алюминиевая пластина, смело можно заменять на эту кожу. Даже жетоны снабжения можно менять на 20 кожи, потому что это, ёб, намного, намного ценней. Но тут как бы действуй сам, да, как знаешь. Так, вот еще один ящик забираем. Смотрим. О-хо-хо-хо, блин. Да, это мы с тобой не зря не убежали. Че? Ну вот эти ящики я бы не менял на кожу. Смотри. 4 огнестрела. И еще 4. Еще 8 огнестрелов вытащили. Ёп, круто. Прям капец. Оп. Хоть и раздолбанные, но комплекты спецвойск. У нас вроде точно такие же, да? Так, ну и все. Повторюсь. Кожа, это капец. Там алюминиевые листы, не алюминиевые. Самое сложное в добыче это кожа. Из таких простых ресурсов. Так, стоять. Вот тут еще косяк, да? Вот так. Вот теперь хорошо. Полетели? Да, такие базы я называю крутой рейд базы. Огромная каменная база с кучей ящиков. Это шикарный рейд. Давай подведем итог. И итог у нас просто восхитительный. Значит, раз огнестрел, 2 огнестрел, ну пусть вот 3 огнестрел. Это еще 4 огнестрела. И еще 4 огнестрела. Уже 11. Вот еще 2 огнестрела с половинкой. 13 огнестрелов, блин. О, еще М16 забыл, конечно. 14 огнестрелов. Вообще крутяк. Ну и куча лечения. Повторюсь. Вот эта кожа, она даже может посоперничать с 20 аптеками. Если у тебя ее нету, бери кожу. Аптеки тоже хватит места вытащить. В общем, рейд просто на 5 с плюсом. Друзья, ну а с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот шикарнейший рейдик, этот ролик. Если понравился, не забудь оценить лайком. Ты еще не подписан? Тогда подписывайся. Как выходили видосы каждый день, так и продолжают выходить на Ютубе и Яндекс.Зен. Ну и конечно не забывай про наш Телеграм-канал. Регулярные анонсы всех роликов, стримов, розыгрыши по играм, в которые мы играем, новости, уникальный контент, которого больше нигде нет. Ну и конечно же чат. Жду тебя на прямых трансляциях, удачных рейдов. Пока-пока.